Заниматься ицуань или цигун лучше всего в естественных условиях. Важен свежий воздух и приподнятое настроение. Выберите для практики просторное место. Перед занятием очень хорошо сделать чайную церемонию на троих. Учитесь получать удовольствие от жизни. В чайной церемонии важно эстетическое наполнение. Начните с поддерживающего столба Тибао Джуан. Занимайтесь с внутренней улыбкой. С внутренней. Обратите особое внимание на макушечное усилие. Затем обхватите дерево в столбе Хуньюанжуан. После обойдите дерево против часовой стрелки и выполните столб на одной ноге. Поддерживайте правильное расслабление фансун. Закончите занятие отработкой осознанного шага Моцабу, где ноги преодолевают некоторые сопротивления.